Привет всем, друзья! В общем, такое позитивное настроение. Знаете почему? А мне пришел второй заказ, точнее, первый заказ в Пикпоинт в Анапу. А вот где находится Пикпоинт, прямо в этом супермаркете во входе 24 часа. Но на самом деле написано, что он работает с 10 до 8. Возможно, летом 24 часа, а сейчас с 10 до 8. Ну, в общем, в любом случае, я приехала раньше. Пришла смс-ка. Вчера я звонила вот по поводу ругаться второй раз, потому что я до 8 прям сидела в Анапе, ждала, позвонила, еще в 7 догадалась. Спрашиваю, где мой заказ, уже в 12 часов курьер принял, уже в 3 часа дописали, что Пикпоинт принял, в общем, по Анапе. Сказали, что отправили в Новороссийск. Я говорю, и почему вы отправили в Новороссийск? Не удалось заложить посылку в постамат. И вот сейчас мы с вами проследуем к этому постамату и поймем, в чем же могла быть сложность, почему туда не могли заложить вчера. Отвезли в Новороссийск, сегодня опять привезли в Анапу, ну, вроде как заложили. Я еще ничего не знаю, первый раз буду брать посылку с постамата, надеюсь, это не будет сложно. В общем, погнали. Тяжеленькая, однако. Все. Но теперь, не отходя от кассы, давайте распакуем, потому что, мало ли, а вдруг что-то не так сделано было. В общем, сейчас устроюсь поудобнее и начну при вас распечатывать ее. Так как у меня ножниц не было, в общем, подпаливала зажигалкой края, вот видишь, поэтому целостность не повреждена. Итак, мы впервые открываем эту посылку. И да, здесь 4-й каталог, тот самый, который сейчас действует, а вот вчера я уже получила 5-й во втором заказе. Представляете, как бывает иногда несвоевременно получать заказы. Но, в принципе, он действует до 28 марта, поэтому буду предлагать знакомым, вдруг кому-то нужно уже сейчас, в ближайшее время, закажем доставку. И получим какие-нибудь товары из этого 4-го каталога. Что у нас здесь есть? А, вот еще что пришло, чего не было во втором заказе. Это вот на Вейдж, то есть там можно посмотреть будет линейку. А теперь пакет биоразлагаемый, который они в каждую посылочку большую кладут. Слушайте, казалось, прям тяжелая-тяжелая коробка. Интересно, за счет чего она такая тяжелая. Так, это у нас мама заказала на подарок кому-то и на подарок сыну. Вот они духи, которые маме заказывали конкретно. Они, кстати, в этом каталоге последний раз продаются, потом продаваться не будут. Так что вот кто не успел, грушевый аромат цветочный такой приятный. В 4-м каталоге можно потереть страничку и заодно узнаете, что это за аромат. Имейте в виду, да, он последний продается. Здесь у нас еще, ой, как много всего маленького. Это 3 лака для ногтей тоже маме заказывала. На 8 марта. Ой, это мы будем с ней смотреть уже по факту, когда откроем. Помада, кстати, я ее заказывала по спецпредложению, добавляла в заказ. Как раз коралловый оттенок, еще не знаю. Ну, вот такой, кстати, нежненький. Сейчас откроем его, покажу вам. Вот. Ну, по-моему, по цвету подойдет. Посмотрим. В общем, надо все маме отвезти, она протестирует и скажет потом, подошло или нет. Так, что у нас здесь есть еще? А, вот такой вот увлажняющий бальзам восковый для губ, ну и для любых частей тела. В принципе, он для тела подходит. Смотрите, он еще с защитой. Перед макияжем губ его можно наносить, и будет вообще красиво. Стоил он 70, по-моему, чем-то. Сейчас в 4-м каталоге он стоит вообще 200, так что я его очень вовремя купила, даже по консультантской цене. И кучу пробничков, как и должно было быть, то есть там еще закатились. Ой-ой-ой. Так, еще один пробник где-то делся, да, я 6 пробников заказываю, раз, два, три. Тут и мужские, ну, в основном женские ароматы, в общем, других духов, и накладная, наверное, да? Да, накладная. В общем, вот такой вот заказ, распаковку сделали, в принципе, целостность не нарушена, поэтому претензий к возврату нет.